коллектив «Казна Капитал Менеджмент» в честь десятилетия компании инициировал сбор средств для реализации социальной акции «10 добрых дел». В рамках данной акции мы поддержали социальные проекты по поддержке незащищенных слоев населения, а также оказали поддержку детским, образовательным и спортивным учреждениям нашей страны. Вот в рамках данной акции мы поддержали совместно с Назарбаевым университетом проект по разработке первых в Казахстане электроприводов для инвалидных колясок. Мы посчитали, что это очень важно для нашего Казахстана проект социальный, тем более данная инициатива, она была инициирована нами в рамках программы «Рухани Жангуру», одной из задач которых является оказание спонсорской и благотворительной помощи. Сегодня мы передаем наши коляски новые счастливым обладателям. Это наша полностью спонсорская помощь. Я думаю, обладатели колясок, они будут очень счастливы, потому что теперь не нужно будет им ездить механически. Это все будет делать электропривод, во-первых. А во-вторых, данные коляски, они отечественные, и были в связи с этим, они намного дешевле, чем зарубежные аналоги. И мы планируем, данный проект будет также дальше реализовываться и уже приобретет какой-то промышленный масштаб для того, чтобы поставлять эти коляски уже Акимату либо другим государственным учреждениям. Идея родилась около 2 лет назад. Суть проекта заключается в том, что мы преобразовываем обычные механические инвалидные коляски в электрические посредством установки электроприводов. То есть данная разработка, она появилась 2 лет назад, и мы, в общем, создали прототип, затем второй прототип появился, затем мы как бы начали защищать интеллектуальную собственность, и благодаря Казна Capital Management институт аккумуляторов смог реализовать данную идею. И сегодня 4 человека получат свои обновленные электрические инвалидные коляски. А современные электрические инвалидные коляски стоят около 3-4 тысяч долларов на рынке Казахстана, это более 1 000 000 тенге. А наша разработка позволяет снизить данную стоимость в 2-3 раза. Для Казахстана это уникальный проект, потому что никогда еще, то есть для Назарбаевского университета это инновация, да, можно считать, потому что здесь действительно студенты, здесь действительно горячие умы, да, наши ребята, казахстанцы, которые дерзают, можно сказать, правильное направление, да, чтобы завтра они, то есть думали в этом направлении, разработки новых колясок, разработки даже, можно, экоскелетов, да, которые сейчас в современном мире применяют. То есть сейчас мир меняется именно на эту сторону, в сторону инноваций. Поэтому для Назарбаевского университета это огромный плюс. Да, возможно, это неокупаемо сейчас. Возможно, это убыточно сейчас, да. Но то, что наша молодежь сейчас уже начала думать в этом направлении и разрабатывать такие коляски, это когда вот обычная коляска делается в электрическую, да? То есть, и если завтра они будут думать уже на самоокупаемость этого проекта, то это должно быть выгодным проектом.